Карагандинка за 5000 долларов заказала убийство своего оппонента в суде. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Карагандинской области задержали заказчицу убийства. 36-летняя жительница Караганды была задержана с поличным в момент передачи денег киллеру, роль которого сыграл сотрудник полиции. Как выяснилось, некоторое время назад между задержанной женщиной и потенциальной жертвой начались судебные процессы за квартиру, сообщили в пресс-службе ДВД. Подозреваемая стала искать киллера, который за определенную плату мог бы устранить оппонента. Информация об этом поступила в полицию. 5 ноября 2019 года в 15 часов 15 минут по улице Карла Марса города Караганды после передачи киллеру 700 тысяч тенге за исполнение убийства, получения от него фотографий трупа и документов потерпевшего, была задержана заказчица. Следственным управлением Департамента внутренних дел Карагандинской области возбуждено уголовное дело.